Стримлю вроде бы здесь, если пропаду, ищите здесь, а тут можно поделиться деньгами. Пушечный подъем. Хочешь пиво? Кушать хочу. Здесь стой. Там снизу слишком много всего интересного. Заледеневшие пушки. Блять. Что-то сложное. Сука. Дали снег был в форме башмака. Да ебаный рот. Это чтоб вы снова посмотрели на башмак. Ну, вдруг кто не увидел. Да, сука! Можно летать отсюда? Ну, вроде можно. Антихайп. Сука, я иначе не могу теперь здесь. Бичевская тропинка снизу для нас. Раз не перестроинули. О, теперь правильный угол. Секретная монетка. Короче, монетки любят прятаться даже в обычных пикапах. Раньше такого не было. В пикапах, а в грузовиках они прячутся тише. Ну, не знаю, честно говоря. Ты дура с такими вопросами, лучше хавалку не развивай. Окей. Бля. А чё этого не хватает? Почему? Как? Я не понимаю. Что вы хотите от меня? Оказывается, нихуя подобного. Черепок подозрительный. Скилышу. Все, кто использует фразу скилышу, я желаю вам смерти от поноса. Это...
Не могу теперь смотреть на Humiliation, на больницу обзора на курсу Blade. Понравился? Так, нам всех, наверное, пробуривать не надо, да? Чуть не опасался. Спасибо. Не попал. И снова не попал. И снова не попал, а теперь попал. Пау! 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 Мне недавно на Ютубе написали. Вспомнил, почему не смотрю Тиджоя. Он все еще такой же не смешной. Меня это не обидело. Но позабавило. Мне кажется, я самый смешной человек на планете Земля. Есть еще Максим, я сказал человек, а Максим это кто? Мини-пик. Все сходится вроде. Ломкий ледник. Пусть почаще оставляет такие комментарии у людей, которые ему не интересны, чтобы точно больше видео не попадались в реках. Жестко ты его уделал, даже я бы так не смог. Жаль, конечно, комментарии толком ничего не делают. Но то, что чел, да, потратил свое время, чтобы написать комментарий у человека, который мне интересен, это действительно заставляет задуматься. Ебать, мы еще сейчас будем на мотороле вот этой гонять. Ну давайте погоняем. Механика за механикой в этой игре, конечно. Музыка стихает, если сесть. Раннер. Хайпик. Мне очень понравилось. Дайте добавки. Батя монет скипнул. Да и похрен. Надо разлочить вот это. Yeah!
все зафакапил. Над пиздейшем. Анекдот поднимаем канал с колен. Меня переехало, блять, нахуй. Стоям бы. А, это, видимо, второй круг будет. Или не будет. Блин, я прыгнуть хочу на этой штуке, на ней нельзя прыгать. Ебать, все бомбы спалил. Ух, последняя монетка была супер неочевидная. Суперский уровень. Прикольный разрушаемый лед. Сани классные. Шапок появилось всяких. Это просто все цвета, да? Будем рыжий. Как там? Я не помню, как открыть редактор. Наверное, выйти отсюда надо. Yes. Будем сливаться с окружением. Ледяные водопады. Зубастое море. Ха, прикол. Не, игруха инсейн просто. Новые хуки. Надеюсь, здесь ничего не осталось. И это первая монетка, значит, ничего не осталось. Супер вообще. Какой флоу приятный. Бомбы нахуй. Ну блин, не замечу. Все и замечу. Здорово, Ларс. Уау!
Подрыв пиджоев. Блядский твой рот. Секреточка нам нужна. Секреточка, а не бомба. Да блядь! Сука! Заносит чат скользко. Бурно-зимний не поменял. Найс! Там просто на лаке не зацепился. Здорово, картяра. Я пришел тебя ограбить. На все монеты прошли, супер. Ох. Все? Да, уж даже монетку не оставили. Ой, замерзнуть можно. Бать механика в игре, конечно. Очень много. Когда копаемся под водой, тогда не холодно. Разгоняемся. Давно вас не видел. Блин, закоцал. Ту монетку? Разве? А как? А, понял. Жесть, тут тайминг очень маленький. Да, реально скипнул монетку. Ну что ж вы сразу мне писали-то? То, что там секрет. Чат-чат, как обычно. Никогда на вас положиться нельзя. Эх, потребители. Еще пропустил? Капец, левел короткий. Ха-ха-ха. За обстрел. Кто зашел? Ну, главное, нам монеток хватает на секретные уровни, так называемые.
За мной перевал. Не поверите, что сейчас будет. Будут взрывы. Гигант вернулся. А гигант — это, наверное, финальный босс игры, да? Но почему, если нас ограбили пираты какие-то? Почему гигант должен быть финальным боссом? Ракета. Пирамида головы. Охуеть. Дядьки, вообще насрать. Классный трек. Ой, спасибо. Но, по-моему, в трейлере проспорили, что он все-таки босс, не? Что мне тогда помогает? Да сука. Самое начало. No wing. Тишь скиллы еще. А ты, блядь, просто член 69. Я уж не знаю, что хуже нахрен. Ура! Не попал. Да, блин. Ну ладно, ну признаю, да, ну my bad. Чего надобно? В ухо? У меня мужики живут. Это нормально? Семенец монетка, я ее забрал. Она синяя. Это повторная. Так, можно ли все ломать здесь? Видимо, можно. Ау, ай, блядь, хп нет.
О, там секретка. Как будто я сделал что-то не так. Окей, все так. Там они будут более быстро интегрированы. По крайней мере, так со всеми механиками до этого было. Погоди, а что там тогда за камушек? Это, видимо, шорткат просто? Это хай! Хуйня ебаная! Почему он первый раз неправильно зацепился за... Ух. Ой, спасибо. Я первый раз за крюк почему-то, а не той стороной зацепился. Погоня за Минт. Главный злодей Минт. Нормальный трак. Бред, дура ебаная. Да ёбста. Париж. Гадюка. Так, высвайт. Готовы? Буры руки. Ха, хилочка дает мне. Что за подачка? Второй раз хилочку не дает. Окей, ладно, вроде понял.
зря я закладывал все равно бледина. Рано прыгнул. Думал, просто атака на землю была. Бля, опять нос чесался, что ж такое? Здесь не должен был урон получать. Пожадничал. Паскуда, тварь. Ладно, будем дальше по одному что-то делать. Не попал. Хотя она быстрая. Свалила. Уровень пройден. Пепперминт, победи третьего босса. Талый топи. Болотная Лока, Хаяо Миядзаки референс. Да, мне нравятся его мультики. Блять. Звук страшный был. Как будто мне кто-то хребет сломал, а я не корабль. Ауч. Флэппи Бёрд. Тупая тема, конечно. Чё сверху? А наверх нельзя нам. Вы как основной рут. Монетка. Неприятные мобы. И справа стенка здесь рыхлая. Ну, не такая интересная, конечно. Бездна. Тентакли. Может сожраться в них?
Череп там выглядит не просто так. ХПшка дополнительная. Скопили. Ё-моё, что происходит? Группа самолетик прошел? Да. Вы, блядь, челы с мечами. Как вы мне дороги. Кстати, релиз Акатори, точнее релиз демки. Я думал, я поиграю, но в итоге решил игрушечку пройти за стрим. Вместо того, чтобы несколько проектов брать. Открыть все скрытые уровни. Это получается последняя глава. Мистическая жижа. Это что такое? Слизь какая-то. А, она не выпускает из себя. Прикольно. Только если земля рядом, тогда выпускает. Ой. Нету. Все равно задамажился. Прощайте мое казенное ХП. Хотя, как сказать, казенное. Все-таки эти камни я добывал. Казенный унитаз. Казинаки. Репа. Мы скипнули. Здесь это нормально, я ничего не пропустил. Ощущение, как будто пропустил монету. That's fine. Вот это не fine. Окей. Сейчас носик почешу.
Да, выпусти меня, демон. Чисто левел пофармить. Вряд ли же они этот жижа-блок чисто для секретки сделали. Скорее всего, он сейчас встретится в обычном уровне. Level complete. Через них можно через секретный левел и скипать. Прикольно. Крутое. Шевелится. Так. Мародерим хату чью-то. Ой. Мужички-дробовички. Недолет. Похоже на вторую локацию в Rogue Legacy очень. По вайбикам. Есть робот. Правильно, нахуй этот город. Это просто эпик. Ах.
Пока, робот. Или не пока, я должен с ним пройти как-то. Я могу прыгнуть, а потом дэш сделать. Окей. Пост до дома, так что говоришь, по подкасте хотел? Ну, можно было бы что-то придумать. Если будет что обсудить. Пишемся тогда, окей. Занятно выглядит ВТВ, пиздатая. Да хуище, механик. Классный левел дизайн Монета? Где? А, вон, вижу. Прикольно спрятали. Спасибо. Все, приехали. Сперва показалось, как будто, знаете, в игре будут все секретки однотипные. Просто зубриться вот на лобную стенку. Но в итоге норм. Есть какие-то прям такие необычные, прикольные. Забавный Тетрис. Метро. Не допрыгнуть. Вау-вау-вау. Жизнь бомбардиров много. Обычно капельку до чекпоинта не дожил. Поехали.
Ой. Как это было с маленькой? Без разницы уже, я думаю. Да нет, ничего не пропустил. Ауч. Там что-то пропустил. Вам поехали. Момент. Халява. А выстрелы мои ломают вражеские, да, выстрелы, походу? Да. Блин, трек только разогнался, а мы левел закончили. Гниль Сити. Как будто там справа что-то было. Ой, блять, как это вышло вообще? Спидран какой-то. Ха-ха-ха! Жизнь занесло. Это просто инсейн, хуйня. О май гад! Если ты в последний момент не успеваешь начать буриться, тебя просто откидывают нахуй, и ты получаешь урон поебало. Ужасно. Сука, ебаная дура! Как ты первый слой сняла, а забуриться не смогла? Тебе неплохо. Я хз, почему персонаж в прошлый раз не примагнитился до конца. Не повезло.
Да зачем лица дают? Что-то. Блядь, иди нахуй. Порыл ему, блядь. Ты увидишь, шрякишь на него, он тебе дамажит все равно. Он бессмертный. На респавне. Канделябр. Жалко, репка сверх нормы не дает. Опа, на лифт. Вот кино. Удачно встал. На тоненького выжил. Могли бы монетку засунуть. Нормальный рейд. Так, ну у меня хп нету. Надо на него люстры ронять. Блять, да вы! Сука, разработчик, ты такая кончалыга ёбаная. Сделать пиздатую игру и просто худший нахуй респавный ever. Можно без них рубить? Вот не особо. Может, и можно.
забей ботик, я думаю, ты слишком не самостоятельным для этого будешь. Более того, если она тебе даст нейронку, то ты без промптов нормальных не сможешь накидерить то, что нужно. А в чем прикол ей просто так делиться с тобой, тоже непонятно. Одну монетку не нашли. Не, ты, конечно, написать можешь попробовать, но... Как будто смысла в этом нет. Так и думал, что монетка в люстре. Босяра. Что, закупимся на ХП перед боссом? Какой злобный дядька. Отдай сокровища мои. Понял, уязвимый спот. Туловище, да? Нет, ноги не считаются. Как вообще нихуя непонятно. Еще как будто иммунный во время атак. Или у него просто хитбокс дурацкий. А все, ХП у нас пиздатых больше нет. Теперь будет сложно. Ебать, он обычно после этого захват делал. Нам лаки. Ха-ха-ха-ха! Босс боганулся! О, истинная фаза. Сложно.
даже палец болит. И не один. Ну, у него уже 3 атаки или типа того. Я их себе посмотрел. Упс, поебался. Нет! Надо почаще на месте останавливаться. О, нет. Let's go. Опять получил хит. А как? Ой, хорошо проехал. Стандартное объединение героя со злодеем. Все, вы свободны, друзья. Жесть, почти 13 минут хуярились. Что там? А, сокровища типа? Классная игра очень, единственный минус, типа, ебаные просто чекпоинты отвратительные. Ну и то, они только под конец начинают душить, на самом деле. Как будто искусственно решили зачем-то растянуть. Там несколько таких очевидных чекпоинтов, там, не знаю, после лифта, перед лифтом, перед каким-то очень сложным паттерном, почему не поставить? В основном игра просто нереально крутая. Супер разнообразная, куча механик, левел-дизайн классный. Где-то головоломки небольшие, где-то прям спидранерский флоу такой. Чтобы не рефанднули. Ну, как будто да. Как будто реально, чтобы не рефанднули. Короткая, да, очень короткая. Наверное, типа, если скипать секретные левелы, либо, наоборот, через секретные левелы скипать основные, то за 2 часа ее можно пройти даже с такими ебаными чекпоинтами. Не, для меня вообще не минус, что игра там короткая, она ядрить насыщенная. Ран-н-ган ситуации прикольные, когда на роботе дают посмешить, все тоже здорово. Ледяные уровни классные, где там снежинки ломаются, да? Подводный уровень классный. На этом... На санях когда тут покататься. Вообще, ебать, столько всего. Просто аттракцион какой-то. Босс-файты, на удивление, очень хорошие. Вот начиная с первого до последнего, все босс-файты классные, и каждый последующий более жесткий. Я еще подумал, блин, как они здорово сделали битву с твоим... Ну, типа, клоном, да? Это дефолтная битва с двойником. Зачастую они бывают такие, не очень интересные, а здесь прям очень классно сделали. Вроде простенько, а вроде интересно.